Вот наш приплод новый. Такая девочка золотого окраса. 4 дня от роду. Сегодня взвешили вес 4 килограмма. В принципе, прибавляет нормально. Еще не очень активная, но в целом молока у матери завались. Это дочка Степочкина. Первый помет от него, приплод. Это наша ярославская рыжая молодая. Родила она 3 девчонок 4 дня назад. Ну и понятно, что всех троих... Троих я сказал? 3 девчонок родила. И чтобы не нагрузку на мать не превышать, решили 2 отсадить. По идее, 1 лишний получается. Ну, так как кормить хлопот все равно, что 1, что 2. Манке ей как бы все равно, сколько под ней ягнят. А 1 ягненку всегда грустновато. Как по практике. Вдвоем им повеселей. Поэтому сейчас пока взяли в дом. Супруга настояла. То у нас есть здесь небольшой зукток для того, чтобы ягнят можно было держать. Но сейчас вот этот USB поправить. Такое помещение здесь. Оно и теплое рядом с коровой. И достаточно объемное. Вот. Но супруга сказала, чтобы не бегать. Первые дни их кормим каждые 3 часа. Ну, ночью последний раз в 11 часов кормим, чтобы, конечно, не настолько фанатично это. Чтобы каждые 3 часа и ночью вставать. В общем, пока они кормятся часто, мы их решили дома подержать. Сейчас покажу. Вот такие малыши. Это вольер для собак. Мы используем для выращивания щенков. Ну и решили использовать его для ягнят. Очень удобно. В принципе, можно и ниже размер держать. Но какой был. Где-то 1,20 м на 1,20 м получается. Такой вольер. Здесь ламинатные полы. И чтобы их не вспучило, как не вздыбало, постелили пленку. Пленка важна, чтобы не было. Понятно, никаких дырочек, ничего. Постелили солому. Когда больше у них выделений, то, возможно, опилок даже немножко. Ну, это больше, говорю, из ленности и для себя больше. Чтобы не бегать часто в хлев. Первую неделю, максимум 2. Вот такая практика мы решили использовать. Такие красивые девчули. Вот это, видите, какой цвет золотистый. У нас такого никогда не было. Это Степочкин, видать, такой дает окрас. Полностью однотонная. Именно не, она и не коричневая, и не бежевая, а вот, не знаю, видно цвет. Прям вот золото. Но это такая темненькая, коричневатая. Не знаю, в кого, потому что мать рыжая. Степочкин скорее вот такого красного в детстве был. Ну и как всегда у нас такие сюрпризы по цвету. Кого-то от бабок, прабабок, прадедок. В общем, прадедов, родственников, которые... Так вот играется. Ну и хотел еще тоже обратить внимание, что они родились все одного веса, плюс-минус, там, от 3400 до 3700. И с той яркой, которая под мамкой, мы выбрали, она самая последняя была, ну, по размеру
такая же. Нельзя было кого-то выбрать, все примерно одного было. По состоянию, по размерам, по внешнему виду. И обратили внимание, что ягнята, которые искусственники, они быстрее развиваются, более активные, там, реагируют, когда приходишь с молочными, с бутылками, мы их здесь кормим. Кстати. Вот, смесь молочная. Биолактис. Мы по инструкции, как сначала коровьим молоком, потом, ну, первые два дня, потом напополам смешиваем, а потом чисто уже молочную смесь. Ну, иногда, если молока много остается, то и можем молоком коровьим кормить. Вот, и что обратили внимание, что ягнята, которые искусственники, они быстрее развиваются, потому что я так связываюсь с тем, что они, им легче достается молоко, они уже в первые дни могут выпивать там по 100, по 150 грамм за кормление, что с вымени, наверное, ягненку новорожденному сложно высосать столько молока, ну, потому что вымя там тугой, усилий другие надо прилагать, чем из бутылки, когда она тебе сама льется, еще ты придерживаешь, стараешься норму всю ему скормить, и они быстрее развиваются по сравнению с той сестрой, которая с мамкой. Мы такое сделали наблюдение. Ну, все. Через пару дней их сегодня уже переводим на пятиразовое кормление. Думаю, послезавтра переведем уже в хлев. Все, всем пока.